Применение 52-й шель, 52-й формы, когда мы выходим при выполнении форм из сяши. Тинти дули, золотой петух стоит на одной ноге. Что это может быть при использовании? Это, например, широко известный в рукопашном бое лоу-кик, так называемый, боковой удар в бедро либо в колено, когда ломают колено и отбивают бедро. Значит, я стою, меня атакуют. То есть что я делаю? Сюда. Уже стоит, видишь? Еще. То есть при попытке атаковать меня боковым ударом, я вхожу вперед, перекрываю. Движение его ноги, я вхожу к его оси вращения, близко к нему, то есть как бы делаю его удар уже неэффективным, и контратака в лицо, в глаза и в пах. Вот что такое тинтидулей.